баяны и аккордеоны. В Ивановском музыкальном училище состоялся заключительный этап первого всероссийского конкурса юных исполнителей на народных инструментах. В концертном зале собрались учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств и колледжей. Знаете, сегодня замечательное совершенно музыкальное событие, настоящий праздник юных талантов. И очень приятно, что их много, и пока просто идет тенденция к укреплению очень хорошего уровня, очень высокого уровня подготовки. В конкурсе принимают участие ребята из самых разных уголков страны. Здесь юные музыканты из Ивановской, Московской, Рязанской и Владимирской областей. Есть таланты даже из Мурома и Североморска. Репертуар также разнообразен, как и география. Участники могут и русскую народную затянуть, и удивить зрителя классикой. Ничего сложного не было. Игра минуэт, мизинчик и гуси. Веселые. Выступать на сцене надо думать о музыке. По словам компетентного жюри, все ребята выступают на очень высоком уровне. И заслуга в этом и педагогов, и самих участников. Ивановские исполнители в топе рейтинга регионов. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.